12 дагестанских школьников стали номинантами и лауреатами конкурса «Шаг в будущее». В Министерстве образования и науки Дагестана прошла церемония награждения победителей. Ребята рассказали о своих проектах и разработках, а также поделились дальнейшими планами. Работы юных исследователей будут опубликованы в различных научных сборниках. Отмечу, что «Шаг в будущее» – это всероссийский научно-исследовательский форум, где молодые исследователи представляют свои проекты в разных сферах. Победители конкурса станут участниками международных соревнований. Кто-то проводил исследования по филологии, кто-то проводил исследования по химии, по биологии, в инженерии, на стыке наук. Мы благодарим их наставников и их педагогов, что они смогли увлечь молодых людей, которые еще, только даже не вступили на путь своего профессионального развития, профессионального обучения, но уже так искренне увлеклись научными исследованиями, и надеемся, что ребята не оставят занятия наукой и в будущем станут известными учеными, чьими именами мы будем гордиться.